Всем привет, с вами Галактики и Ворчун, и мы продолжаем играть в Террарию. Привет всем. Сегодня у нас, да, я у Лёхи, это вот его домик, кто не видел. Да, я пригласил к себе в гости сегодня, то есть. Сегодня у нас будет серия, посвящена убийству боссов. Сначала мы будем бить Лёхиных боссов, потом моих. Да, после того, как мы забьем ночь, проведем здесь у меня, мы потом переночуем у Антохи и будем... Переспим у тебя, потом переспим у меня. Да, и будем бить того же босса, только у него дома. Да, у нас сегодня серия посвящена убийству глаза Ктулху. Мы будем бить, ну, как минимум раз 8, я думаю, 8 глаз. Вот сколько получится, на всю ночь. Крутимся на всю ночь. Вот так. Да, но пока еще ночь не наступила, я хотел бы показать моим зрителям, мне давно уже пишут на самом деле, что бы я сделал посох. Магический посох, который делается вот из алмазов, самый, получается, он такой самый качественный, самый сильный из всех этих посохов новых, которых добавили. Делается из 10 платины или золота и 8 алмазиков. Вот такой вот посох. Я вот могу, Леха, может, покажи своим зрителям. Ой. Угу. Вот, я выкинул его. Вот, он на семерочке на меня. Вот такой вот. 27 урона. Тратит ману на выстрелы. Вроде тратит немного. Да, кстати, неплохой. Жалко, только не отталкивается, как водяная стрела. Да. У Лехи просто есть книжка, которую он сейчас будет убивать босса с ледяной стрелой. А я буду бить босса этим посохом. И, кстати, посох у тебя. Зелененький. Просто зелененький, без каких-то свойств. Без каких-то свойств сгенерился. Да, вот Леха будет ледяной стрелой всех убивать. В одной из прошлых серий он показывал, как эту книжку он добыл без особого геморроя, без убийства скелетрона. Да, периодически я буду переключаться на свой спейсган, потому что будет, скорее всего, заканчиваться мана. Я буду спейсганом регенить ману. Ой, кролик, прости. Ничего. Они привыкли. Да. Значит так, у меня глаза наготове. Еще, значит, в этом видео мы после убийства босса будем отдавать лут тому, кому принадлежит дом. То есть, ну, чтобы было по чесноку, чтобы мы не вносили дисбаланс в игре. То есть, весь лут будет доставаться хозяину этой карты. Да. То есть, все, что я случайно подберу после убийства босса, вот сейчас я отдам Лехе, а потом, когда мы будем убивать у меня, он отдаст мне. Все по чесноку. И так будет дальнейшее с другими боссами, то есть в кооперативе. Да, ну, тех боссов, которых мы будем вот так вот фармить. Уже темнеет, как бы. Да, наверное, может подождать еще. Там сейчас сменится музыка на другую, да. И можно будет как раз приступать, я уже... Наготове с глазом. Главное, двоих не вызови, а то там говорят, умираешь, когда двоих вызываешь. Да. О, подожди, а я у тебя на кровати. Или у тебя тут спаун где-то, да? Рядышком. Да, вот здесь вот буквально, вот там где спаун. Все рядышком. Угу. Тогда не буду мять твою кровать. Ну да. Все, по идее ночь, и я вызываю. Готов? Да. Эй! Понесла жара. Вот. И вот он наш глазик. Они, смотри, проходят прямо через него. Стрелы, да, но если они оттолкнутся от чего-то, вот, и у меня закончились. Если они отталкиваются, получается, то они бьют несколько раз его. А ну подожди, можешь мне стрелять на секундочку? Да. Сейчас. Смотри, он иногда даже получается по два урона наносить. Да. Ну, по несколько за раз он как проходит, как бы через босса. Вторая фаза то. Да, без проблем. Смотри, а ману вообще практически не расходует палка. Какая она шикарная. Не, палка классная, но скорость немножко. Ну, скорость, да. Тут, если босс быстрый, то попасть будет тяжело, конечно. Зато червяка будет удобно этой палкой. Да, это да. То, что она будет пролетать через... все, как раз я ничего не подавал. Смотри, там что-то выпало, шмотка какая-то. Угу. Это пока, не шмотка, пока. Это, по-моему, очередной глаз Ктулху выпал. Нет. Эй, of the Ктулху тропши. Трофей. Нет, трофей, точно. Прикольно, повешу на стенку. Так, я вызываю следующего. Покажи. А вот. вдруг мне не выпадет. Ой. У тебя вроде. А, о, да, в натуре. Рок, так, держи, подними в ту сторону. Ничего.
Так. Ну и выпала, естественно, руда демонитовая. И денежка, да. И денежка, да. Ну, в моем случае у меня выпадает крим тейн, да, руда. То есть у меня другой контент этого. Вот, все, поехали. Да, вот, вот то, что классно, то, что получается у меня мир, с, в принципе, со стандартным искажением создался, а у Алексея мир с багрянцем. Багрянцем. Его перевели это на русской вики, на официальной. То есть будет интересно, мы будем убивать в дальнейших сериях и моих боссов, которых нету у Лехи, и его боссов, которых нету у меня. В принципе, вот это. Если бы мы просто играли бы все в кооперативе в четвером, мы бы пропустили бы каких-либо боссов. Точно. Так что нам тут даже повезло, что мы все отдельно играем. А бластером, кстати, прикольно. По несколько раз же. А, мана закончилась, я думаю, что он ничего не делает. Угу. У меня есть мир. Вот так. Ничего не упало, кроме немножко бутылочек хилящих, и я вызываю дальше. Мы сегодня просто будем по максимуму просто спамить их, фармить. Подожди, из него могли выпасть глаза? По-моему, нет. Для вызова его же. По-моему, нет. Я просто не помню, у меня сейчас два глаза лежит, это я свои забрал или... Твои, скорее всего, только. Ну, у меня как раз тоже было два. Ну, два, наверное, бы просто не выпало в любом случае, мне кажется. Так, все, ману я восстановил, можно уже пострелять. Надо просто на опережение стрелять посохом. Да, да, да. О, звезда. Кстати, говорят, если в него попадает звезда, она наносит ему сразу 999 урона. Угу, и он умирает. Ой, куда-то улетел. Звездочку забрав. Правда, мне мана уже не нужна, но звезд я просто крафчу. Из звезд можно стрелы делать, можно светильники классные из звезд получаются. Звезда в банке и получается как светильник, прикольно. Ты вызывай, потому что ночь-то не бесконечная. Да. Да, спасибо, будем знать. Кстати, я немножко занимаюсь интерьером своего дома, я думаю, будет прикольно, если я буду вносить туда всякие трофейные вещи и просто делать интересный интерьер. Мне, кстати, ребята предложили сделать конкурс на какой-то красивый дом. Самый красивый дом. Надо будет как-то подумать по этому поводу, что-то сделать. Ну, идея, кстати, хорошая, можно поддержать. Так. Можно даже как-то совместно наградить. Да, надо подумать, он еще один трофей. Просто мы сегодня изничтожаем Ктулху. Это прикольно. Сколько у него глаз. Зато руды сколько насобираешь. Все из нее сразу скрафтишь себе. Все, что надо. А, все не скрафтишь, надо. Червяка будет убить. Но этим мы займемся там вслед. А, тебе не червяка. У меня мозг. Да, это будет потом. Ну-ка, да, это будет как раз вот следующая серия у нас, наверное. Займемся твоими мозгами. И твоими червяками. Моими глистами. Просто лезу ему прямо в пасть. А, я думал, он там умер. Эх, как раз у меня еще на два... Вот второй и еще один вызов будет. Еще будет? Ну, еще два есть. Вот этот и второй, после него. А, ничего себе, не собирался. Выпить. 7 штук. 7 глаз. Вот. Я так понял, это не предел. У меня было еще чуть-чуть, но я уже... Я потом это сделаю сам. Да, тут фармить можно. Ну, нам даже бессмысленно потом фармить, разве что, я не знаю, ради денег. Но тоже. Беспонтово. Звезда, упади на него. Два раза звезда. Проносится мимо. Ой, кирка, я его решил покопать. На тебе прямо туда, в пасть твою. 54 крит. Ого. Угу. И последний глаз. Надеюсь, боги не обидятся. Потом скажи, сколько у тебя этой руды получилось. Все. Угу. Что там такой резкий раз? То на меня, то на тебя. Смотри, как агрится. Мы его очень сильно разозлили, видимо.
А у меня, кстати, предыдущий было нашествие гоблинов. Жалко, гарпун не упал. Я бы попробовал босса гарпуном. Мне вот что-то кажется, что мне, например, уже гарпун не надо. Вот у меня сейчас крит на 48, крит на 50. Ты недооцениваешь силу гарпуна. Ну, ты может, когда я его... просто уже не помню. Не, он реально крут. Особенно червяка, говорят, гасить гарпуном просто. Ну, тут у меня точно такая же механика получается. Точно так же проходит сквозь червяка. Ну, вот. То есть у меня глаза закончились, я добыл 2 трофея. И как раз уже светает, по-моему. Да, уже как раз подходит. Итого я набрал сейчас 3 стака по 99 и 1,60. То есть около 357 получается кусочков этой руды новой. Да, прикольно. Да, еще хотел, кстати, вот показать в этом видео. Я думал, что это босс, но я узнал на Вики, посмотрел информацию. Это не босс, я, оказывается, через эту машинку экстрапинатор. Давай, ты же моим расскажи, я просто еще машинку такую не нашел. Да. Вот эта машинка, как она называется? Она называется, если ее выкопать, можно прочитать. Она называется какой-то... Экстерминатор, по-моему, или что-то типа того. Ну, переработчик. Да. И при работе с ней вам, вероятность, выпадает вот такой вот пэт. То есть со мной теперь бегает динозаврик. Угу. Вот, такой забавный, милый пэт. Я так понимаю, ничего не делает, но он умеет. Он может быть смешным, он умеет за мной Ой. Летать. Да, он летает. Вот такой вот его. Смотри, носит, его кто-то поднимает. Его за штаны носит какая-то штука. Другой динозавр. О май гад. Да. Ну, прикольно. Но... хоть какой-то толк от этой машины, а то она мне показалась бесполезной совершенно. То есть, потому да. что, по идее, она что делает? Да. Грязь перерабатывает на рандомную руду или на драгоценные камни. Или и деньги. Да. Вот просто слизь все... и грязь какую-то. Да, слизь и грязь. Просто все это на самом деле не нужно абсолютно. Ни руда, ни драгоценные камни после того, как вы переходите на хардмод. Это... польза от машины просто пропадает. Деньги, в принципе, вообще в этой игре, по-моему, не нужны особо. Да. То есть и все остальные ресурсы тоже при переходе на хардмод уже тоже не актуальны становятся. Я думаю, что эта машинка нужна именно для этого пэта. Да. Тебе повезло, посмотрим, может, я когда-нибудь найду ее, такую машинку, и посмотрим, сколько я буду мучаться, чтобы пэта такого получить. Посмотрим, может, у меня получится скрафтить второго как-нибудь, если что, вдруг. Ну, посмотрим. Ну, да. Я все равно, мне многие предлагают, давай я тебе дам, мне и машину эту предлагали уже многие, то есть постоянно предлагают, давай я тебе дам то, давай, я не люблю такое. Ну, все, отлично, ну, посмотрим. Да, в любом случае, мы сейчас переходим ко мне в мир. Идем к Тохе в гости, да. Да, и вернемся, когда перезайдем. Итак, мы пошли. Отпускаем? Да. Вот мы, собственно, уже у меня в мире. Сейчас я хотел бы показать, собственно, как крафтятся вот эти вот штуковины, которые нужны для призыва глаза. Из летающих глаз, которые ночью появляются, мы получаем вот такие линзы. У меня их вот 18 штук есть всего лишь. И вот, я могу скрафтить suspicious looking eye, подозрительный смотрящий глаз. Итого я их 3 штуки скрафтил, того у меня всего лишь 5, немного меньше, чем у Алексея было. И для этого нам нужен вот этот вот демонический алтарь, который я там как-то адской кузницей называл когда-то, или как-то так. А мы все называем иногда вещи не своими именами. Да. Тут же ж, мы же не задроты, мы не задротим по 24 часа, 7 дней в неделю. Вот, ну сейчас мы выбираемся и ждем наступления ночи, и тогда уже вернемся к вам, когда потемнеет. Угу. Есть. А вот мы, собственно, дождались ночи, и теперь будем убивать. Теперь будем фармить глазик у Антохи. Да, собственно, я уже вызываю... Ой, это я не вызвал. Да. Так, вызываю. И вот он наш класс. Где мой волшебный посох? Ой, ну? Смотри, а тут вот он. У тебя почему-то зомби не было. Ну, ты же понимаешь, что они спамятся рандомно иногда. А знаешь, что еще каждый NPC, который у тебя живет, каждый житель, уменьшает количество спавнящихся мобов? Например? Ну вот зомби. Поэтому они у тебя и не спавнятся возле этого. Ну, это не работает во время кровавой луны. Ага. Но вот зомби, мы у тебя возле NPC твоих воевали, в принципе, да? Гораздо ближе, чем... Угу. Чем мы сейчас воюем, мои там далеко еще, в принципе, относительно. Поэтому здесь у меня зомби спавнятся. Если мы бы воевали бы там, где-то поближе к ним, то, наверное, зомби бы и не спавнились. Я понял.
Я, может, думал, так, что это из-за света, но... Не, свет тут до лампочки. Ой! Эй! У меня есть эти, давай я побросаю звездочки. Ой, выкину эти звездочки, сюрикены, они так задолбали. Выброси. Занимают. А, можно же продать, точно. Я забываю, что можно же торговцам продавать. Ну так, конечно, урон смешной с этих сюрикенов. Но первого я честно забросал сюрикены. Просто он так заспомнился неожиданно у меня. Просто ничего другого не было. Я так быстро в панике побежал домой, взял сюрикен. Они еще все в сундуке, на нычке лежали. Я представляю, как на хардмоде играть в это. Этот глаз, наверное, просто съедает за два раза. А там не глаз, там другие боссы. И они по-другому все вызываются. Там, то есть хардмодные именно боссы. А, кстати, еще стрелы ж падают, точно. Проклятые. Вроде ничего твоего не подобрал. Погнали. Летит. Летит где-то. Вот. Ой. А, крит на 50 это маленьким этим глазам идет, наверное. Угу. Брони-то, наверное, поменьше, чем у самого. Папки. Да, самое главное максимально влить в него, когда он перевоплощается. Иначе вторая фаза обычно самая жесткая. Ну, как жесткая? Уже не для нас. Ну, это не... Ой-ой-ой. Все залутал. А ты свои хоть повыкладывал? Нет, сейчас. Это тебе тут семена. Семена? Да, сейчас. А, с него семена падают. Ну, денег. Да, денег, это до лампочки. На. Спасибо. Пару голдов с него по-любому падает, так что я думаю, все нормально. Блин, да что ты? Вызывай ты. Я все время не такой. Нет, на свои глаза. Твои глаза ты вызывай. Забери свои два глаза. Да блин, а! Закрываю инвентарь перед тем, как положить. Что же это такое? Я постараюсь в следующий раз находиться подальше просто от него. Тогда убегай просто, когда у него жизни мало, как я делаю. А ты к нему наоборот поближе тулись. Так я все время. Уйди от меня. Такой жесткий разнос. Ай, мана закончилась. Сейчас я его мечом доковыряю. Так, и последний. Угу. Следующая серия вот будет интересна, когда мы пойдем мозги твои убивать. Сначала с мозгов начнем, да? Да, с мозгов. Я бы очень... Ну, червяка, я думаю, многие видели, а мозги... Ну да, 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 давай с червяка и начнем. С мозгов. Ой, да. Вот. Простите. Да, поэтому, ребята, вы не забывайте подписываться на канал Алексея, на мой канал, если вдруг кто еще не подписан, тоже. Потому что много-много интересных видео по Террарии ждет нас, вас, нас, собственно, тоже. Звездочка-то. А могла на него упасть. Да, а могла, реально. Можно было эпически добить звездочкой, прикинь. Ну, кто же знал. Так, да. Того у меня получилось почти 300 коруды, 14 голды, угу. И 216 стрел. Ну и семена, по-моему, они бесполезные, поэтому... Тебе не упал от него... Ни один вообще, да, прикинь. Давай я поделюсь все-таки одним твоим. Да собой. Зачем они мне? Ну, повесишь. Ну давай, повешу, ладно. Зачем тебе три штуки? Два. Два? Да, сейчас я разделю аккуратненько, так что и один тебе. Mm-hmm. Так будет честно. Давай я его повешу сразу, потому что посмотрим. Как раз тут много места лишнего. Как он вешается на стенку просто, наверное. Да. О, смотри, слушай, ничего так смотрится. Здорово, да. Свой я повешу попозже у себя где-нибудь. Да. Ну все, вроде ничего. Да, по-моему, отлично получилось. Угу. Все, ребят, я думаю, всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание, да. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки. Ну, вы в курсе, собственно. Ссылочка на канал Алексея будет в описании видео. Все, всем пока. Спасибо, да, пока.